Добрый вечер, девочки и мальчики. Всем привет. А вот и я. Ух ты. Ой, привет, привет. Ты что так закутался? Ко мне в гости бабушка приехала. Заставляет на улицу такую теплую шапку надевать. Шарф вот этот кусачий закутал. Боится, что я заболею. Это правильно. Давно уже надо утепляться. На улице холодно. Да моя бабушка, она знаете какая трусиха, всего боится. Я сегодня с дерева прыгал. Как мне весело было. Но тут прибежала бабушка и больше не разрешила мне прыгать. Сказала, что она очень боится. Представляете, прыгаю я, а боится она. Ой, ну и ну. А моя бабушка тоже трусиха. Да. А чего же боится твоя бабушка, Степашка? Да она еще больше трусиха, чем Мишуткина. А почему это она большая? Она мне на коньках не разрешает кататься. Не может быть. А вот и может. У нее за домом прудик вчера замерз. Но я скорее взял коньки и пошел кататься. А бабушка тут как тут. Уходи, говорит, со льда. Я боюсь. Похоже, наши бабушки обе трусихи. Интересно, а есть вот такие таблетки? Храбрости съел и не боишься. Не нужны вашим бабушкам никакие таблетки храбрости. Вы даже не представляете, какие они храбрые. Они за вас горы свернут. Не знаю. Почему они тогда все время чего-то боятся? Точно. И чего они за нас боятся? Мы и сами за себя побояться можем. Они переживают, что с вами что-то может случиться. Ведь они вас очень любят. И если вы любите своих бабушек, то нужно не таблетки для храбрости выдумывать, а постараться вести себя так, чтобы не давать бабушкам повода для волнений. Даже не кататься на коньках? Кататься, только не на пруду, где тонкий лед может треснуть и можно провалиться, а на специальных катках. Да лед на пруду, знаете, какой крепкий. Это так кажется. Ты сам сказал, что он только вчера льдом покрылся. А вдруг в каком-то месте теплый родник бьет, и там лед очень тонкий. Да, а я об этом как-то не подумал. А с каких деревьев тогда можно прыгать, чтобы бабушка не боялась? Ни с каких. С деревьев прыгать вообще нельзя. Хотите прыгать, идите в спортзал. И тогда ваши бабушки не будут за вас бояться и волноваться. Да? А я свою бабушку люблю. И не хочу, чтобы она волновалась. И я тоже не хочу. Тогда слушайтесь их. Они знают намного больше вас. Они давно живут и много всего видели.